Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Mercedes. Ремонт переда. Владелец пригнал мне машину без двигателя и уже разобранную. Установил машину на стапель и начинается ремонт. Первым делом вытягиваю лонжероны. Левый лонжерон. Теперь правый лонжерон. Лонжероны вытянуты. Теперь я удаляю части лонжеронов по заводской сварке и закончу ремонт. Натяну и отравняю эти вмятины. Thank you.
Итак, все поврежденные места отровнял, могу сваривать. Но прежде чем начать сварочные работы, устанавливаю усилитель бампера и делаю измерения. Оригинальные размеры я имею. Ссылка на поиск размеров в описании. Теперь все размеры чудненькие, как надо, свариваю. Итак, ремонт лонжеронов закончен. Устанавливаю все детали переда. Это правое переднее крыло. Имеет небольшие повреждения. Их я нагреваю и затем выравниваю. Лопнувшие места завариваю.
Моя работа закончена. На эту работу ушло 28 часов. И на этом у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!